Быстрее! Все в порядке. Ты в порядке. Что ты сделал со мной? Что ты сделал? Я не он. Я не тот, кто... Ладно. Я в порядке, знаю. Слушай, нужно играть по его правилам. Я видела его. Я видела его. Кто он? Как он выглядит? Тебе только это и важно? Я чуть не умерла. Мы все здесь из-за тебя, детектив. К черту все... Поверить не могу, что я снова здесь. Слушай, ты сам знаешь, я раз уже прошла его испытание. Сейчас нужно быть осторожными. Двери не то, чем кажутся. Безумцы. У меня такое чувство, что весь сумасшедший дом в ловушках. Играй по правилам, и оба выберемся. Он наблюдает. Ты уже пережила одну его ловушку. Как ты Хотя смогла? Хотя явно провалила испытание. Потому он снова меня сюда и притащил. Да еще с копом поганым. Ну надо же. На всякий случай говорю. Здесь всем заправляет конструктор. Ключ, как и ваша жизнь, лежит на самом дне.
них станет вашим первым испытанием на пути к Богу. Пара из этих троп убьет вас. Найдите способ его перенаправить, или вы обречены, как и все, кто здесь находится. Освободи меня! Нам говорили. Слышишь кого-нибудь? Заткнись! Сделать.
Так, для ключ, быстро! Я никуда не уйду! Нужно отмерять рацион, иначе мы... Но я есть хочу. Thank you.
Помогите кто-нибудь! Thank you.
может, хватит, умоляю! Здравствуйте, Дженнингс. Напившись, вы насмерть сбили машины бездомного. Будучи криминалистом, вы точно знали, что нужно скрыть. Но скрыть вину в душе вы не смогли, не так ли? Вы даже отправили невинного человека за решетку вместо вас, лишь бы сохранить свою идеальную жизнь. Но вина все равно довезла вас, разъедала вас изнутри. Если офицер, которого вы втянули в преступление, не остановит лезвие, мы увидим, что же скрыто внутри вас.